Еще один полезный товар, который будет уже очень скоро актуальный, называется Aerator Hatched 5654. Основные его параметры – это рабочая ширина в 38 сантиметров и рекомендуемая площадь участка в 14 соток. То есть это, в принципе, средний газон. Можно чуть меньше газон, можно чуть больше, поскольку аэратором с такими ножами, как здесь, можно обрабатывать газон не больше 3 раз в год. Вот ножи у нас такого типа. Вот идут зубчатые. То есть щеткой сюда не ставится. Вот, значит, что еще про него сказать? Что довольно-таки удобная модель, при этом мощная. Стоит мотор, естественно, собственного производства фирмы Hecht. Вот, с объемом 87 кубических сантиметров. Это около 5-6 лошадиных сил, всяк кто посчитает. Бункер тоже удобный, идет тряпичный.